Душа твоя принадлежит только Богу, и да не проникнет в нее зло человеческое. Так гласит одна из казачьих заповедей. Мы с вами живем на Кубани, на земле, где милосердие, благотворительность является святым делом. Этому испокон веков учат старцы наших детей. Эту истину мы впитываем с молоком матери и уже с детства знаем, что наша жертвенность и наше богослужение, доброе дело, это наша святая обязанность. Дорогие друзья, сегодня в нашем зале присутствуют воспитанники Тимошевского казачьего кадетского корпуса. Поприветствуем. Красивые, молодые, они и их наставники сразу же откликнулись на нашу просьбу о помощи маленькому Кириллу. И они согласились провести с нами этот вечер не в дань моде благотворительности, не потому что это обязанность, а по зову сердца. Вот так же по зову сердца сюда к нам пришли участники ансамбля народной песни «Красуня». И в лучших традициях кубанского казачества, в лучших традициях добра исполнят свои замечательные песни. Свое добро дарит старшая группа образцового ансамбля народного танца «Истоки». Путь, дорожка! Oh.
Oh.
с вами, как обижаем своих родных и близких. И как не хватает у нас времени на наших детей. Ну, вспомните, наверняка все бывали в такой ситуации, когда к вам подбегает ребенок и говорит: «Мам, пап, ну посмотри, ну помоги, ну сделай». Мы говорим: «Отстань, мне некогда». И убегая на работу, мы даже не замечаем, как у нашего самого дорогого существа сжимаются губки, бровки строятся домиком, а в слезах предательски катится из глаз. И он терпит, он не плачет, а в его сердце поселяется маленькая печалька. А потом эта печалька вырастает до большой обиды. И уже на наш вопрос, куда ты собираешься, не отвечает: «Отстань, мне некогда». И не дай Бог случается беда, и мы тогда говорим: